Поле и понимаешь, что хип-хоп футболу не уступает. Несмотря на то, что у них серьезные гонорары, мы здесь делаем это, потому что мы любим это делать. И это круто. Ну что, предлагаю все-таки узнать решение судьи. Я предлагаю вообще испортить ход всего праздника и сообщить вам о том, что у судьи тай. У судьи тай. Пацаны, мои поздравления. Да, нам подходит? Валер. Мои поздравления. Храни Бог вас всех, вашу команду, и спасибо за то, что вы делаете для всех нас, ребята. Еще один раунд, последний.